Мы живем на два города, на Йошкар-Олу и Казань. А соединила нас бардовская песня. Борис Скрипа, Казань. Елена Винокурова, город Йошкар-Ола. Здравствуйте. Здравствуй, фестиваль. Мы очень рады снова быть здесь. Мы приготовили вам две песни, и обе они о таком субъективном качестве времени, как быстротечность. Первая песня была написана ровно 15 лет назад. Родился наш первый общий внук. Сейчас он, правда, уже 1,85 м, а самая младшая внучка, ей еще нет годика. Песня получила название «Колесо сансары» 15 лет назад. Автор Борис Скрипак. Пухленькие ручки, розовые щечки, маленькие ножки, удивленный взгляд, словно по дорожку первые шажочки, но глазенки весело блестят. Хоть и трудно, но идем вот шаг назад и два вперед. Книжки и тетрадки, ранец в беспорядке, яблоко и толстый с маслом бутерброд. Все в футбол гоняют, мама не пускает, мама от него пятерок ждет. Лекции, зачеты, сельские работы, шпоры, сигареты, волчий аппетит. Сессия закрыта, пиво все допито, полночь, ох, от матери влетит. Хоть и трудно, но идем вот шаг назад и два вперед. Свадебные тосты, за столами гости, памперсы, коляска, ночью не до сна. Шеф-козел гоняет, и в отпуск не пускает, денег не хватает ни на что. Старая машина, лысая резина, дачные работы, море и курорт, вес уже с излишком, легкая одышка и на жизнь растянутый ремонт. Хоть и трудно, но идем вот шаг назад и два вперед. Согнутые плечи, кушать уже нечем, сердце, селезенка, печень и артрит. Быстро жизнь промчалась, не начнешь сначала, но на внука старый дед глядит. Розовые щечки, маленькие ножки, удивленный взгляд,